Всем привет, друзья мои! В этом видео я покажу и расскажу, как в игре Dotstar буквально за 1-2 минутки получить новую вещичку в Steam инвентарь. Вот так вот она будет выглядеть. Для этого что нам нужно сделать? Заходим в игру, далее нажимаем Item Collection, нажимаем потом Trade In. И здесь, друзья мои, не как в прошлый раз мы жмем на ворону, а жмем вверху слева вот на эту синюю птичку. Я так понимаю, это, наверное, новогодний ивент. А тут вот начинается игра. Нажав на вопросик, здесь по-английски написано условия, как нужно сыграть в игру, чтобы получить вещичку. Кто хорошо соображает в английском, переведете, я думаю, труда не составит. Но я в английском не супер, поэтому покажу, как в эту игру играть. Я так понял, принцип нужно угадывать правильно две одинаковых картинки. Старайтесь, угадывайте там всякие гнезда, еда, птички, в общем. Нужно набрать определенное количество очков или угадываний, я точно сказать так и не понял. Вот тыкал, как говорится, постарался угадать, где-то у меня получалось, где-то нет, друзья мои. Но так смысл я сильно и не понял. Ну а самое главное, что у вас куча, так сказать, и куча попыток получить эту вещичку. Если вы один раз не выиграли, второй, третий и так далее, все равно вы должны выиграть, и в конце концов вы получите долгожданную награду. И за правильное все угадывание вы получите вот такую вот вещичку, друзья мои. Я все-таки угадал, нажимаю Open Gift. И наконец-то она открывается и улетает ко мне в Steam инвентарь. Вроде мелочь, но приятная. Так что, друзья мои, все заходите. Возможно, это новогодний ивент и это временное. А вам всем спасибо за просмотр. Надеюсь, данное видео кому-то поможет и пригодится. Ну и на этом буду заканчивать. Всем пока-пока.